Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие любители футбола, ценители игры номер один в мире. Меня зовут Егор Дергачев, я рад каждому из вас пожать руку и поприветствовать в своем видеоблоге. Продолжаем с вами серию прогнозов на английскую футбольную премьер-лигу. Сегодня у нас на повестке дня поединок в Лондоне, где местный Арсенал будет принимать Суонси. Команда Арсена Венгера, как мне кажется, из моей колокольни, чередует в этом сезоне действительно неплохие матчи с действительно провальными, когда на игру Арсенала лучше не смотреть, а болельщикам лучше не приходить даже на стадион, не ездить на выезды. В общем, Арсенал, в принципе, как и Манчестер Юнайтед, правда, который идет на втором месте в турнирной таблице, не оставляет пока что у меня в голове какого-то целостного впечатления и не совсем понятно, чего ждать от Арсенала в следующем матче. Но поскольку среди недели Арсеналу играть в Лиге Европы, а на этот турнир нельзя сказать, что канониры забили болт, нет, но это не Лига Чемпионов. Арсенал не будет там выкладываться на 100%, а значит, матчи против Суонси Арсенал должен побеждать и должен побеждать уверенно. Мне кажется, что победа канониров с разницей в 1.5 мяча – это очень и очень неплохая ставка, которая имеет абсолютно вот все шансы, чтобы зайти. Да и коэффициент привлекает 1.62. Мне кажется, что к этой ставке, ну, как минимум, присмотреться стоит. И если вы думаете так же, то вступайте в мою группу и добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылочки вы найдете в описании этого ролика. В комментариях пишите свои прогнозы и свои варианты ставок на матч Арсенал-Суонси. Конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ни одного прогноза. The wife, hi ho, the dairy-o, the